Шульгину необычным образом празднуют День России. Пока все смотрят концерты, местное население проводит субботник. Главная идея проста. Чтобы показать любовь к родине, нужно привести в порядок свою родную деревню. Очень хочется своим примером показать другим жителям других деревень нашего территориального управления, что нужно убирать лес. Потому что если мы будем так дальше относиться к нашему лесу, поверьте, через несколько лет нашим детям уже некуда будет приходить, леса не будет. А это наше будущее, и нужно беречь нашу природу. 12 июня у жителей деревни Шульгино двойной праздник. Совпадение можно считать символичным. Сегодня нашей деревне исполнилось 548 лет. И мы, как правило, традиционно в этот день выходим работать. Раньше была возможность нам косить окрестные луга, поля, но на сегодняшний день их фактически не осталось. И сегодня мы решили выйти и почистить наш деревенский лес. На субботник теперь приезжают и гости из соседних деревень. Администрация поддерживает инициативных жителей, предоставляя необходимую технику и инвентарь. В Шульгино уверены, эту добрую традицию удастся сохранить на долгие годы. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».